Продление безвизового режима с Литвой, Польшей и Латвией будет продолжено. Эту инициативу Министерства иностранных дел поддержал глава белорусского государства. В социальных сетях множество положительных отзывов от посещения нашей страны. Безвиз с западными соседями был введен еще в прошлом году, и такая политика показала устойчивый интерес жителей сопредельных стран к посещению Беларуси. Даже несмотря на препятствия и ограничения со стороны руководства Литвы, Латвии и Польши. Мы видим, вне сомнения, устойчивый интерес наших соседей к поездкам в Беларусь. Это могут быть самые разные, по большому счету, цели. Или навестить своих близких, родственников, или остаться в санатории. Или, что же здесь плохого, купить многие-многие категории товаров, которые у нас дешевле. Всего с начала реализации этой инициативы общая цифра тех, кто посетил нашу страну, пользуясь безвизовым режимом, уже приближается к 800 тысячам. Только в этом году мы приняли где-то 405 тысяч жителей соседних стран, также в безвизовом порядке. Гости наяву видят расхождение с тем, что показывает западная пропаганда о нашей стране. Для некоторых категорий граждан приграничных регионов Литвы и Латвии, в частности пенсионеров и малоимущих, поездки в Беларусь стали устойчивым источником получения необходимых товаров и лекарств. Вот такими роликами делятся гости в социальных сетях. Сосисок, миллион видов, колбасы, то же самое. Любой, смотрите, сколько варенки видов. Это просто жесть. Сыровяленой, копченой. Это просто тьма тьмущая. И, ребята, она реально вкусная, я вам отвечаю. Она просто охренеть какая вкусная. В Германии такую хрен найдешь. Смотрите, что делается. Вы видите? А на этом видео гражданка Польши пытается разубедить земляков в том, что белорусские магазины пустуют и мало кто вообще может заниматься шопингом в нашей стране. Введение безвиза демонстрирует открытость Беларуси к восстановлению нормального, равноправного взаимодействия с соседними государствами.